люди, и мне кажется, что я все про них знаю. Как вернуть интерес? Ну, это заблуждение, что вы все знаете о людях. Там другое дело, что, может быть, вы ждете от них чего-то определенного, но тогда вы определитесь, чего бы вы хотели узнать или как-то понять. Есть люди, которые занимаются делами, вещами, которые вам, что называется, и не снились. Вот, поэтому... Если это вопрос, что вы хотите с другими людьми что-то выяснить у них, узнать у них что-то, ну, надо понимать, чего вы хотите, и искать там, где эти люди находятся. Вот. Если вы говорите о том, что вам просто время проводить с кем-то, как бы сказать, скучно, ну как бы, да не проводите. Только есть всяких разных вещей замечательных. Займитесь делом.